Здравствуйте, дорогие телезрители. У меня к вам вопрос. Когда-нибудь вам врач приписывал в качестве более утоляющего музыку Баха, а для улучшения сна, скажем, Шопена? Нет? Ну, тогда у вас еще все впереди. Мой сегодняшний собеседник – клинический психолог Лилия Новикова, и мы с ней разговариваем о таком направлении, как музыкальная терапия. Здравствуйте, Лилия. Здравствуйте, Татьяна. Очень приятно вас видеть. Мы знаем, что вы к нам приехали из Санкт-Петербурга для того, чтобы провести семинар для наших студентов-медиков. Видимо, вы рассказывали о музыкальной терапии. Итак, что такое музыкальная терапия? Только коротко, не как лекция, пожалуйста. Да, это верно. Я действительно приехала в Волгоград для того, чтобы провести научно-практический семинар в Волгоградском государственном медицинском университете. Была поражена интересом, который проявили студенты. 8 часов мне пришлось вчера говорить на аудиторию. В аудитории было около 100 человек, и за 8 часов никто не ушел. Поэтому мой голос сегодня оставляет желать лучшего, но тем не менее я буду стараться, чтобы наше интервью прошло успешно. Итак, ну, что хочется сказать. Во-первых, музыкальная терапия – совершенно новая область как для нашей науки, так и для людей, которые сталкиваются с музыкой вот в реальной сегодняшней повседневной жизни. И, конечно, хотелось бы, чтобы люди, которые сейчас, может быть, смотрят наше интервью и проявили какой-то интерес к этому направлению, поняли для себя, что это такое. Однозначно, если опираться на научное определение музыкальной терапии, это использование музыки для поддержания здоровья человека. Другой вопрос, как специалисты сегодня используют музыку, это уже отдельная проблема, отдельная тема. Но понятно вполне, что музыка может быть использована как профессионалом для своей профессиональной деятельности, так и обычным человеком, который живет рядом с нами, который каждый день включает радио, включает MP3-плеер, включает, не знаю, свои приспособления, на которых он готов и любит слушать музыку. Но музыка является неотъемлемой частью нашей жизни и, конечно, несет в себе определенные функции. Важно грамотно и правильно научиться использовать музыку. Ну, на самом деле, это музыку мы сами интуитивно понимаем. Когда нам хорошо, мы включаем радостную музыку. Безусловно. Когда нам плохо, мы включаем грустную и грустим. А когда начинается вот лечебное воздействие музыки? Это все-таки есть же разница? Безусловно. Лечебное воздействие музыки начинается в тот момент, когда вы понимаете, зачем вы используете ту или иную музыку и с какой целью. Вот этим отличается лечебное воздействие музыки от нашего с вами повседневного прослушивания. Хорошо, тогда такой вопрос. Кому показана музыкотерапия? Каким группам? Кому она помогает? Если мы говорим о музыкальной терапии как лечебном процессе, то музыкальная терапия на сегодняшний день используется в очень широком спектре системы услуг, предоставляемых здравоохранением в Европе. Это работа с пожилыми людьми, с людьми с деменцией, с людьми, утратившими способность говорить в результате инсульта, с пациентами с сердечной недостаточностью, с пациентами, испытывающими такие заболевания, как болезнь Паркинсона. Очень широко в неврологии применяется, в работе с особыми детьми, в онкологии, в тонатологии есть такое направление, когда музыкального терапевта готовят к сопровождению человека, так сказать, в новый мир. Ну, и это нормально. В работе с детьми с аутизмом, в работе с детьми с детским церебральным параличом, в работе со слабовидящими, слабослышащими детьми, ну и так далее. Очень много направлений. В музыкальной терапии существуют показания, противопоказания, которые сформулированы, прописаны, и этому посвящены отдельные мои лекции, которые я читаю. А какие могут быть противопоказания? Противопоказания могут быть самые разные. Все зависит от того, в какой среде вы находитесь. Да, если это, как правило, это неустойчивое эмоциональное состояние, ряд психических заболеваний, в том числе психоз. Иногда музыкальная терапия противопоказана при наличии судорожной активности или эписиндрома. Очень часто музыкальная терапия, опять же, да, о чем мы говорим. То есть, если мы говорим о музыкальной терапии, то мы явно имеем дело с целенаправленным использованием, когда использование музыки контролируется и прописывается врачом. Да? Если мы говорим о прослушивании музыки в принципе,
в жизни, то это ответственность только самого человека, который ее использует. Другой вопрос, что у нас имеется неконтролируемое использование музыки в нашей жизни с вами. Могу привести такой простой пример, как использование музыки, скажем, в торговых центрах, да, использование музыки в рекреационных холлах поликлиник, больниц, более того, в палатах. Кто контролирует, какая именно музыка используется в данный момент? Никто. А посмотрите, что может произойти. То есть есть, например, ряд музыкальных произведений, которые мне, ну, допустим, мне, да, как заведующему или там руководителю какого-то подразделения, кажутся классными на самом деле. И я делаю подборку и включаю, и думаю о том, что здорово. Вот все люди сейчас будут слушать такую прекрасную музыку. Но не факт, потому что есть люди, которые очень любят Моцарта или Бетховена, или, там, я не знаю, Шопена, да? А есть люди, которые, ну, не могут воспринимать эту музыку. Она просто им не нравится по их каким-то личным соображениям, мотивам, ну, не нравится. И вызывает чувство раздражения, отрицательные эмоции, агрессию очень часто. Хочется выключить. Да, сколько раз мы слышим, да выключи ты эту ерунду, да, или это выключи свою там рэп там или что-нибудь такое, да, когда подростки особенно включают на всю громкость. Конечно, реакция на музыку глубоко индивидуальна. И когда вы подбираете для своего, наверное, больного, да, который к вам пришел, да, вы каким образом подбираете? Это он любит, это не любит? Моцарта нет, Баха, а вот Шопена или там Шуберта? Каким образом происходит? Методика очень простая. Я спрашиваю человека. А, то есть то, что ему нравится? Конечно, конечно. Надо всегда при использовании музыки для лечения, мы всегда должны ориентироваться на то, что нравится человеку. Да. Другой вопрос, что бывает человек не говорит, и он не может сказать, какая музыка ему нравится. И вот тогда мы должны понимать, что мы профессионалы, и мы можем считать его реакции, движения, выражение глаз, подергивание, мимику. Да, мы можем установить с ним коммуникацию даже с помощью какого-то музыкального инструмента и понять, что это ему интересно, а это нет. Это ему хочется, а это нет. Это он может, а это нет. И тогда вот подбирается произведение. Когда к вам приходят люди за помощью, вы клинический психолог, да, проблемы приходят, разные проблемы, и вы им предлагаете, я вам предлагаю заняться музыкотерапией. Это всегда адекватная реакция в ответ? Или нет? Нет, вы мне какие-нибудь выпишите таблетки, не знаю, успокоительные. Ну, во-первых, музыкой не хочу. Психолог не выписывает таблетки, да? То есть это врач-психиатр делает. А здесь подход такой, то есть мы пробуем. Если я музыкальный терапевт, это не единственный метод, которым я работаю. Мой учитель Борис Дмитриевич Карвасарский очень часто говорил, что психотерапевт, ну, музыкальный терапевт, неважно, тот человек, который имеет в названии своей профессии слово «терапевт», он работает прежде всего собой. Собой, своей личностью, своим потенциалом, своей энергетикой, своим образованием, своим интеллектом, своими эмоциями. И я понимаю, что если я вижу, что человек не откликается на музыку, конечно, я не буду ему предлагать музыкальную терапию. Я буду пробовать потихонечку, дам ему на чем-то поиграть. Кстати, на своих сеансах вы часто используете музыкальные инструменты? Я видела на фотографии в соцсетях. Конечно, конечно. Ваши там странные какие-то музыкальные инструменты самые разные, да. От детских погремушек до... Ну, до гитары, там, аккордеона. В зависимости от человека и что я могу предложить. Чаще всего я предлагаю человеку выбрать из того, что у меня имеется, то, что ему интересно, хотелось бы. Очень часто человек, не имея никакого отношения к музыке, подходит в моем кабинете к моему там столу и говорит: «О, что это у вас, ой, как интересно! Дайте потрогать, дайте там позвучать». Ну, соответственно, я наблюдаю за этим процессом, понимаю, можно взаимодействовать с этим человеком с помощью музыки или нет. Ну, как можно его с помощью звука, ну, допустим, флейты, да, если он задудел, вывести на разговор о личностных проблемах каких-то.
Ну, вообще, родители, у которых есть особенные дети, они всегда очень внимательно слушают и прислушиваются ко всевозможным методам, которые могут помочь их ребенку. А скажите, вот у вас есть какие-то успешные результаты взаимодействия с такими детьми? Безусловно, безусловно. Есть. Недавно я вот в этом году ездила в город Краснодар, меня приглашали на цикл занятий с детишками, с детским церебральным параличом. Но я расскажу на словах, но за цикл занятий маленький ребеночек с атонией мышц начал делать шаг. Один шаг. И я, это занятие есть у меня в записи, я видела лицо мамы, которая, и лицо ребенка, и лицо мамы, которая была настолько счастлива, что она это видит, она сама не верила своим глазам, но мы занимались очень кропотливо, каждый день, в течение там 3,5 недель, по 15 минут, и мы добились того, что мышца в ответ на звук стала делать шаг. Это, конечно, мизерно, это маленькая толика того, что можно сделать. Есть успешная работа с детишками, имеющими речевые нарушения, с молодыми людьми, скажем, страдающими логоневрозом, допустим, да, или там какими-то логопедическими проблемами. Мы ставим речь вместе с логопедом при помощи музыки, потому что пение – это процесс, когда стабилизируется дыхание, когда появляется определенная глубина вдоха и выдоха, когда внимание переключается с процесса говорения на восприятие того, что происходит еще в организме. Кстати, говорят, пение может лечить бронхит и астму. Это правда? Это абсолютная правда. Абсолютная правда для больных пациентов с астмой и с другими легочными заболеваниями. Есть специальный комплекс музыкально-терапевтический. Используются духовые инструменты в основном, которые увеличивают объем легких, которые позволяют переключить внимание с момента вдоха на момент выдоха, на игру на музыкальном инструменте. Но это целая методика, которая направлена на работу с легочными больными. Спасибо большое вам за интервью и удачи вам. Спасибо и вам, Татьяна. Особенно отдельное спасибо тем 100 студентам и музыкантам, которые вчера пришли. Виват, музыкальная терапия в Волгограде. А вам, дорогие телезрители, напоминаю, что сегодня моим собеседником была клинический психолог, музыкальный терапевт Лилия Новикова. До свидания, до новых встреч и обязательно увидимся.